Поддерживать взаимодействие с дежурными службами, правоохранительных органов и спасательных служб были призваны руководители предприятий и организации. Все они участники антитеррористической комиссии и комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На совместном заседании обсудили вопросы безопасности города и района в праздничные дни. Повышенная бдительность в Новый год и на Рождество – задача не новая, потому план действий уже отработан. В местах проведения мероприятий и на прилегающих им территории перед проведением мероприятий будут проводиться кинологические обследования с применением служебных собак по обнаружению взрывчатых веществ. В местах проведения мероприятий проводится видеомониторинг. С 29 декабря до 9 января будет организовано дежурство должностных лиц во всех учебных заведениях, в местах массового скопления людей, в культовых учреждениях. Это одно из условий обеспечения спокойных каникул для горожан. В эти дни значительно увеличится количество патрульно-постовых нарядов, а уже сейчас активно проводится работа с общественностью. Личный состав и общественность ориентированы на получение упреждающей информации и выявление лиц, подготавливающих совершение противоправных действий, проводится постоянный мониторинг интернет-сайтов. Отдельное поручение дано коммунальным службам – поддерживать в нормальном состоянии дороги города и района, особенно ведущие к объектам противопожарного водоснабжения, чтобы у спасательной службы не было помех при ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.